Всем привет, и мы продолжаем приключения щенка Хэнка. Итак, давайте-ка включим свет. Здорово, и так взошло солнце. И... Ой-ой-ой, бедняжечка Хэнк очень хочет в туалет, давайте-ка его отведем. Ой, здорово. Да-да-да-да, давай делай, Хэнк, свои дела, отлично. Вот так, замечательно, 100%. Хорошо, а теперь давайте-ка, друзья, его покормим. Итак, Хэнк, что будем сегодня кушать? Давайте-ка мы дадим ему какую-то вкусняшку. Так, что же там есть вкусненького у нас? А давайте-ка купим что-то необычное. Давайте мы-ка купим ему что-то дорогое. Что-то дорогое. А давайте-ка мы, друзья, ему купим что-то. Вот. Вот, давайте-ка купим, друзья, ему вот такой вот торт. Да, здорово. Хорошо. Итак, будешь кусочек тортика? Здорово. Кушай. И мы перейдем, друзья, на 17 уровень. Да, здорово. Отлично, друзья. Мы перешли на 17 уровень. И у нас открыты пончики. Здорово. Это в еде у нас пончики. А ну-ка посмотрим. Так, где они там? Ой. Так, а где же наши пончики? Ага, вот эти голубые пончики, они голубой, зеленый и розовый, они открыты, здорово. Хорошо, друзья, ну пока покупать не будем. А теперь, друзья, давайте-ка мы пойдем, пока выйдем все сюда. Давайте-ка пойдем, друзья, погуляем по острову и посмотрим, что же там делается с животными. Итак, интересно, что же там делается с животными. Сейчас мы посмотрим. Итак, вот, здорово, смотрите, какая красивая свинка к нам пришла. Давайте-ка мы ее сфотографируем. Здорово, вот такая вот интересная кабанелла, но это красивее. Давайте-ка сфотографировали вот эту вот кабанеллу, здорово. Соберем вот здесь кристаллики, отлично, замечательно. Хорошо, друзья. И давайте-ка, пока это все оставим, а купим что-то очень такое вкусненькое и привлечем животных. Итак, давайте-ка, друзья, мы сегодня купим что-то невероятное. А давайте-ка мы купим вот этих желейных червячков за 4 кристаллика. Здорово. Итак, давайте-ка откроем феромоны, посмотрим, кто же придет к нам на вот эти желейные червячки. Так, и к нам пришел вот такой вот интересный попугай. Это у нас какаду. Уже 27-я фотография. И еще у нас есть вот такой вот интересный попугайчик. Вот так развернем его. Это кто у нас? Это у нас неразлучник. Здорово, друзья. И еще у нас вот такая вот черепашка. Черепаха, ага, ну здесь она лучше выглядит. И кроме того, еще есть писец, вот он возит черепаху. Да, ну старое фото лучше видно писца, замечательно. Кроме того, смотрите, на вентиляторе какая сова сидит, только не хочет к нам разворачиваться. Ну ничего, мы тогда ее вот так сфотографируем. Вот, отлично, филин. Второе фото. Кроме того, еще у нас вот такая вот голубая птица. Наверное, ара. Да, голубой ара. Здорово. Новые фотографии гораздо лучше. И кроме того, и вот есть такой тукан. Очень здорово. Хорошо. Итак, друзья, есть у нас новая еда, новые животные. Ну, а сейчас давайте-ка что-то поменяем. Итак, давайте-ка поменяем вот здесь эту сетку. Пока мы не будем трогать. Давайте пока вот этот вентилятор уберем. А на его место поставим. Что же мы поставим? Давайте-ка, друзья, сейчас вернемся на начало. Вот. Положим вот этот мяч. Место шляпы. Да, мы убираем, мы положим вот такой вот магнитофон.
А вместо вот этой качельки мы положим. Что же, друзья, мы положим? Ага. Друзья, а вместо этой качельки мы положим вот эту тропу. Здорово. Итак, выпустим. Готово. Выпустим феромоны. Посмотрим, кто же к нам придет. А к нам сегодня придет. Кто же из животных? Ага, вот ослик к нам пришел. Давайте-ка его сфотографируем. Вот. Здорово. Ага, ну новые фотографии лучше. Кроме того, у нас есть вот носорог. Пришел на фотосессию. Здорово. Ага, еще тут у нас филин. Возле магнитофона. Отлично. Где-то еще я там видел ежика. Вот он. Замечательно. Очень хорошо. Так, кроме того, вот эта лисичка очень красивая. Давайте-ка мы ее сфотографируем. Отлично. Хорошо, друзья, все очень здорово получается. Кроме того, вот есть хамелеон, вот такой красный. Хвостун. Здорово. И еще вот такой кабан. Вот. Дикий кабан. Здорово. Ну, новые фото лучше. Отлично. Очень здорово у нас, друзья, получилось. Давайте-ка еще поменяем. Давайте-ка мы поменяем. Вот. Поменяем игрушки немножко. Вот так. Здесь положим одну подушечку. Вместо магнитофона тоже уберем. Положим другую подушку. А здесь вместо мяча мы положим вот такой вот интересный предмет. Качельку вот такую. Да, здорово, друзья. Хорошо. Кроме того, давайте-ка мы и здесь поменяем. Так, давайте-ка мы здесь поменяем. Вот. Давайте-ка возьму вот такую качельку. Отлично. А вместо этого теннисного корта мы возьмем вот такой вот огнетушитель. Отлично, друзья. Готово. Итак, открываем феромоны и посмотрим, кого же мы сегодня привлечем. Итак, мы привлекли к огнетушителю носорога. Здорово, белого. К сожалению, такое уже фото было. Кроме того, у нас есть вот такой вот замечательный попугай. Тоже уже фото было. Хорошо. Вот такой ослик. Замечательно. Тоже. Что-то очень много животных одинаковых, друзья. Возможно, была ошибка купить какое-то вот такое блюдо. Возможно, что-то более дорогое нужно было брать. Но у нас этих желейных червячков еще не было. Это первый продукт. Была большая вероятность, что будут необычные животные. Ну, очень просто много дубликатов. А ну-ка, друзья, давайте-ка еще посмотрим. Сейчас войдем в альбом, посмотрим, как там есть подсказки. Давайте-ка зайдем в подсказки, посмотрим, что нужно, чтобы привлечь вот такого вот панка-хряка. А ну-ка, сфотографируй это животное с 15 разными игрушками. Панк-хряк. А ну-ка. Ага. Так, это 30 кристалликов стоит. Ну ничего, давайте-ка посмотрим. Ага. Панк-хряк. Ага. Панк-хряк любит золотую карусель. Ага, вот как здорово. И вторая подсказка. Ага, как боксерскую грушу он любит. Ага, и кроме того, еще он любит кушать. Ага, лавовая плата. Из-за этого мы его не можем здесь найти, друзья. Этого панк-хряка. Вот, здорово, друзья. Понятно, вот как интересно, оказывается, здесь может быть. А ну-ка, давайте-ка посмотрим, а что у нас с кроликами. Смотрите, здорово. 4 вида кролика нашли, а вот голландского кролика никак не можем найти. И кролика весельчака. А что нужно, чтобы привлечь голландского кролика? Посмотрим подсказку.
Так, голландский кролик любит фотостенд пришелец. Ага, но еще я его не видел. Посмотрим. Так, как приветить голландского кролика? Голландский кролик любит микрофон стойка. Здорово. Еще голландский кролик, как же его привлечь? Ага, снеговик. Это игрушки, которые будут дальше. Я их еще не встречал, друзья. Вот так. Хочется запомнить первую страничку с кроликом. А что с кроликом-весельчаком, интересно? Ага, вот. Да. Видите, друзья, тут оказывается необычные игрушки нужны, чтобы привлечь разных животных. Так. Вот, да. Ага, вот, он любит водопад. Вот где у нас должен привлечь этот кролик-весельчак. Ну тогда хорошо, друзья. Тогда давайте купим новые игрушки. И, возможно, мы привлечем новых животных. Итак, давайте-ка мы зайдем, друзья, в новые игрушки. Давайте-ка мы поменяем пока вот этот огнетушитель. Да, уберем. Давайте-ка мы, друзья, здесь поставим что-то необычное. Вот. Давайте-ка поставим вот эту ударную установку. Здорово. Хорошо. А здесь поставим аналогичную. Вот. А здесь давайте-ка мы поставим вот такой вот автомат. Да, для игры. Посмотрим, как же оно изменится. Кроме того, давайте-ка мы здесь тоже изменим игрушки. Купим какие-то новые и подороже. Так, это все у нас куплено. Те, которых еще у нас не было, друзья. Итак, давайте-ка мы сюда купим вот этот золотой столик. Здорово. Кроме того, давайте-ка вместо этой подушечки мы еще купим. Что же мы нам купить? А давайте-ка мы сюда купим вот такой вот интересный скейт. Здорово. Да. Отлично. Ой, а где же он? Мы же его купили. Положить. Вот. Здорово. А кроме этой подушечки, давайте-ка, друзья, положим вот. Где же он, другой скейт? Вот, замечательно. Вот такой вот, с кристалликами. Да, здорово, друзья. Итак, давайте-ка какой-то купим тоже сюда оригинальное блюдо. Не вот эти червячки, а давайте-ка купим что-то за кристаллики. Вот эти интересные, вот такие штучки. Да, поменяем. Хорошо. Посмотрим. Итак, готово, друзья. И давайте-ка привлечем животных. Посмотрим, как это все изменится. Какие же животные тут у нас появятся. Ох, ничего себе, какие прикольные животные появились. Смотрите. Вот, у нас появилась вот такая слониха. Здорово. Кроме того, тут у нас песец появился. Отлично. Здорово. А, ой, ничего себе, какая прикольная сова. Посмотрите, друзья. Это что-то невероятное. Совушка. Особые новые животные. Здорово. Ага, кроме того, еще давайте-ка вот это. Ничего себе, какой олененок прикольный. Катается на скейте с моторчиком. И да, мы какую-то одежку открыли, друзья. Награда голубые глаза. Конечно, надеть хочется. Итак, голубые глаза, он, открыли. Здорово, здорово, друзья. Итак, мы открыли голубые глаза у нашего Хэнка. Очень приятно. Ну а сейчас давайте-ка зайдем на остров. Посмотрим, что же там интересного еще есть. Так, вот. Так. Ага, две лисички себе играют. Серая лиса и обычная лиса. Вот. Вот такой вот. Хорошо. Еще у нас тут носорог катается. Тоже сфоткаем его. Вот так замечательно. Очень
Здорово, хорошо, друзья, у нас получилось. Ну, и давайте-ка пока я не буду, друзья, менять животных. Давайте просто перевлечем феромонами. Тут должны прийти совсем другие животные. Ну, сейчас посмотрим. Так, вот. Да, как я и думал. То есть пришла совунья, филин, и пришел писец. Другие животные. Да. Замечательно. Хорошо. Кроме того, к нам пришла еще вот такая... Профессор обезьян, по-моему. Да, да, отлично, он. Ой, это что такое? У нас, по-моему, этого еще зверя не было. Синяя обезьяна, особенные. Да, здорово. Здорово, хорошо, ребята. Кроме того, еще у нас тут пришел чокнутый пингвин. И вот такой вот забавный олененок. Ага, это газель, друзья, это газель к нам пришла. Кроме того, на стол забралась вот такая вот замечательная лисичка. Очень хорошо, здорово. Здорово, ребята, а теперь давайте-ка мы с вами еще привлечем животных. Пусть пока идут те, которые у нас не было, необычные. Ох, ничего себе, смотрите, какая свинка необычная. Что это за зверь, друзья? Это свинтус. Какой-то свинтус. Ничего себе. И кроме того, еще вот смотрите, какой олень. Лось забавный. Лось. Очень-очень забавное животное. Кроме того, смотрите, тут какой-то черный это носорог черный. Да, 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 здорово, ребята. Какой необычный носорог. А это что за зверь, что за пингвин? Хохлатый пингвин, ну, очень прикольненький. Так, а это что у нас тут писец делает? Прыгает по барабанах, оно у нас уже был. Кроме того, у нас тут есть какой-то свинтус. Только как его разглядеть, непонятно. Дикий кабан, хорошо. Очень плохо видно, неудачные фото. Так, друзья, что же нам еще делать? Ну, давайте-ка еще сделаем. Привлечем животных. Вот так. Итак, писец у нас остался, но появился новый пингвин. Хохлатый пингвин на новых инструментах. Это здорово. Писец немножко лучше фото. Да, здесь лучше. Кроме того, вот появилась вот такая вот забавная обезьянка. Золотистый тамарин. Очень хорошо, ребята. И у нас награда 500 золотых. Здорово. Здорово, друзья. Так, вот. А сверху, смотрите, какая замечательная носорожка. Очень здорово. Играет в игры с обычным носорогом. Или это серый носорог? Нет, это белый носорог. И у нас какой-то кубок награда 1500 монеток. Здорово, друзья. И кроме того, еще вот такой вот носорог. Но такой уже, по-моему, у нас был. Да, 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 да. Давайте оставим старую фото, по-моему, оно лучше. А сейчас давайте-ка вот еще с этой обезьянкой разберемся. Итак, это у нас шимпанзе. Очень замечательно. И еще, друзья, давайте-ка мы здесь поменяем продукты. Давайте игрушки оставим, а давайте поменяем продукты. Давайте сюда положим какой-то интересный вот такой продукт. Давайте положим ананас. Да, заменим на ананас. Отлично. И привлечем животных. Интересно, насколько изменится. Ха, вот. На скейте оказалась вот такая вот обезьянка. Золотистый тамарин. Кроме того, у нас на ослике изменения. Здорово. Отлично. Так, хохлатый пингвин здесь играет. Вот так. Здорово. И вот появился ежик. Или это дикобраз? Нет, это ежик. Это обычный ежик. Замечательно, друзья. Зато у нас еще тут слон оказался азиатский. Очень хорошо. И кокоду. Отлично. Ой, а это что, друзья? Смотрите сверху.
Ага, это такой хамелеон. Смотрите, его практически не видно. Он сливается. Кармахмелеон. Особые новые животные. Ничего себе, друзья. Очень здорово. Отлично. Хорошо. Ну, в принципе, друзья, я думаю, не помешает, если мы еще раз обновим. Обновим и посмотрим, что же изменится. Ничего себе, какой прикольный пингвин-водолаз к нам попал. А, это пингвин-подводник. Здорово, ребят. И у нас награда 800 золотых. Отлично. Кроме того, еще и дикобраз к нам попал. Вот так, замечательно. И вот такой вот синий замороженный пингвин. Очень здорово, очень-очень интересно, друзья. Так, кстати, что тут еще у нас? Ага, тут у нас вот такой вот зебра катается. Давайте-ка мы ее сфотографируем. Вот так. Очень хорошее фото. Отлично. И вот эта обезьянка тоже катается. Давайте-ка мы ее сфотографируем. Вот. Золотистый тамарин. Ну, новое фото лучше. Кроме того, еще вот тут хвостун хамелеон есть. Здорово. И кто у нас еще? Вот такой вот попугай. Отлично. Отлично, здорово. Хорошо, друзья. Ну а сейчас давайте-ка еще что-нибудь из игрушек поменяем. Давайте-ка мы вот эту установку поменяем. А мы ее поменяем на что? А давайте-ка на другую установку поменяем. Вот так. Хорошо. А здесь вот эту игровой столик мы поменяем на телепорты. Вот. Здорово. Хорошо. Отлично. Еще изменим вот эти игрушки. Да. Поменяем вот эти скейты на что? Ага, вот. Гольфовая только площадочка. Отлично. Кроме того, вот этот скейт тоже мы поменяем. Да. А поменяем мы его на вот этот простенький чемоданчик. Здорово. И еще, ага, а почему не поменялось? Ой, ой-ой-ой-ой. Вот, положить здесь. Вот так. Блин. Вот так. А здесь, ну, давайте их тогда с верхней начнем. Что-то я не могу вот сюда положить, друзья. Что-то мешает. Вот, наконец-то. А сейчас давайте-ка вот этот столик мы тоже изменим. Поменяем его на вот этот чемоданчик. Да, здорово. Ага, вот и тот велосипедик, за который можно было кролика поймать. Ну ничего, пускай пока вот так остается. Итак, давайте-ка привлечем животных, выпустим феромоны и посмотрим, какое же животное сегодня к нам попадет еще. Итак, вот забавный носорог попался. Отлично. Кроме того, еще у нас есть вот такой вот хамелеон-хвостун. Да, отлично, друзья. И еще вот такой вот забавный, очень хороший, вот такой вот забавный ослик. Да, отлично, друзья. Очень все здорово получилось. Итак, смотрим дальше. Что у нас есть? Вот такой вот зелененький хамелеон. Отлично. И еще вот такая вот обезьянка. Синяя обезьяна. Очень хорошо, очень здорово. Отлично. И еще вот такой вот забавный ежик. Очень хорошо. Так, еще, друзья, посмотрите, какая вот здесь забавная обезьяна синяя. По-моему, это... Нет, была у нас такая. Ага, мы ее фотографировали. А вот этого попугая не фотографировали. Этого тукана. Да. Отлично. А сейчас давайте-ка мы поменяем ананас. Давайте-ка мы ананас поменяем вот этот фрукт. Здорово. Хорошо. Отлично. И выпустим феромоны, привлечем животных.
Вот, здорово. И к нам попалась единорожка. Ой, нет. Друзья, я же хочу ее сфотографировать вот так, да. Здорово. Итак, единорожка, носорожка. Здорово. Кроме того, у нас есть вот такой вот замечательный олененок. Отлично. И еще у нас в телепорте вот такой свин. Дикий кабан. Отлично. Хорошо. И вот такая вот обезьяна. Очень забавная. Шимпанзе. Хорошо. Так. Ох, ничего себе! Вот, оказывается, с чем этот чемодан. Он с кучей долларов. Вот так вот, забавно. Отлично. Еще у нас здесь попался к нам вот такой хохлатый пингвин и азиатский слон. Да, вот так. Замечательно, друзья. Вот такой у нас отличный фотосессия получилась. И ну и давайте наконец еще сделаем последние фотоснимки и на этом будем заканчивать. Итак, вот такой вот забавный писец к нам попал. И еще здесь у нас есть, ух ты, есть антилопа. И кроме антилопы еще есть кто? Антилопа. Отлично. А другие животные что-то только антилопу определяет. Хорошо. Антилопу. Антилопу только определяет, друзья. Очень-очень близко стоят между собой. Ага, вот и газель. Отлично. Вот, замечательно. Кроме того, у нас здесь черепашка. Вот такая вот. И здорово, отлично. И мы достигли кубка. Вот, замечательно. А смотрите, какой шоколось к нам попал. Здорово. Отлично. И еще здесь у нас есть шимпанзе. Но, к сожалению, наш Хэнк уже устал. Поэтому, друзья, будем прощаться. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А наш Хэнк пойдет отдыхать. Всем пока, друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.